С вами канал Кэмет Алекс, и это видеообзор куклы Monster High Гули Йелпс из серии Dawn of the Dance. Мы наконец-то дождались эту куклу, она к нам очень долго ехала. Приехала она к нам из Америки вместе с Лагуной Блю из этой же серии. Ну, о Лагуне в другом видео, а сейчас про саму Гулию. Сейчас мы посмотрим на ее коробку. У Лагуны и у Гулии одинаковая коробка. Она фиолетового цвета с черным. Вот это серия там, где куклы идут с дисками эксклюзивными. Есть эта же серия там, где эти же куклы идут с карточками. Вот, а не с дисками. Мы же выбрали с дисками. И смотрим. В общем-то, на саму коробочку. Вверху вот видим такие точечки разные. Вот. Не забываем, что это они на пати, вечеринке. Вот. И смотрим, что герб школы Monster High и сама надпись Monster High идут старого образца. Внизу мы видим изображение Гулии. Вот такая вот красивая девочка. И написано Dawn of the Dance. Гулия Йелпс, Daughter of the Zombies. Внутри коробочка вот такого фиолетового цвета. Тут разные шарики, звездочки и так далее. Написано Exclusive DVD. Что на этом DVD, я скажу попозже. Переворачиваем коробку и видим вот тоже старую надпись Monster High, герб школы, Гулия Йелпс. Ну, вверху написано, что это самая лучшая вечеринка, что если у вас есть приглашение, будем рады вас видеть и так далее и тому подобное, как обычно. Здесь видим две карточки, Клео и Лагуна. Ниже изображена сама Гулия. Еще ниже мы видим изображение тех кукол, которые идут в этой серии. Это Лагуна, Клео и Дьюс. А остальные куклы идут из этой же серии, но другой как бы партии. Здесь мы смотрим и ее расписание этого дня. Давайте я вам прочитаю, точнее переведу. Кому не интересно, может перемотать этот кусочек. Вот, но есть люди, которым интересно. Прошу прощения, если перевод немного неточный. Значит, 7 утра проснулась и всем существу горизонтальное против вертикальных. Аромат завтрака дрейфует из кухни и наполняет весы вертикально. Я иду в поисках блинов. С 8 до 10. Послушать подкаст-интервью с создателями Dead Fast. Килли Ротли и Уик Хорди на мой iCoffee. Они были смешные, интересные и, казалось, были очень глубоко под землей. Дальше. С 10 до 12. Душ и уложить мои волосы, хотя создание правильного вида довольно трудоемкая работа. Перевод. Очень много работы. Я считаю, что усилия не будут потеряны на монстра из моих намерений. Перевод. Он упадет головой на надгробие, когда меня увидит. Полдень до 2 часов. Я собрала 3 наряда, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Это только у меня уходит 2 часа, чтобы принять решение. Я совершенно потрясена этим вопиющим проявлением спонтанности с моей стороны. С 2 до 4. Одеваться. Мне интересно, Фрэнке легче одеваться, если она снимает руки? 4 до 5. Готова к неизбежному звонку от Клео, напоминая мне раньше выйти. К счастью, я уже высохла и Клод за мной выехали. Так что это будет не вопрос. Из 5 до 6 я готова, чтобы сорвать крышку гроба. Вот такая замечательная Гулия. Вот ее коробочка. Теперь смотрим, что к ней прилагалось. Это вот такая желтая расческа. Вот нежно-желтая подставка такого же цвета. Вот этот диск. Всем интересно, что там. Если мы приблизим. Где-то здесь написано было.
А, вот, с этой стороны. Ну, в общем, это про первый день в школе самой Фрэнки, как она пришла. Это нулевая серия. Вот. В общем, это про этот день. Тут только вот эта серия, которая здесь так и указана, идет 22 минуты 58 секунд. В общем, с одной стороны вот такой вот он, и с другой стороны уже сам диск. Он здесь запечатан, этот диск. И, конечно же, iCoffin. В этой серии ко всем девочкам идут айкофины. Это ихние телефоны. У Гули он красный. И здесь написано Гулия. Вот такой айкофин. Это то, что прилагалось к Гули. А теперь перейдем к самой Гули. Это потрясная Гулия. Она очень красивая. Очень красиво уложенный волос, замечательный макияж и шикарное платье. Начнем с волос. Они, как всегда, очень мягкие, нежные, пушистые, волнистые, в данном случае длинные. Вот, голубые с синими прядками. Челка у нее уложена гелем. Вот, тверденькая такая, такая закрученная, красивая челочка. В ушах мы ее видим вот такие сережки, такие висюльки из черепков. Красный, белый, красный. Вот, и на правом ушке, и на левом одинаково. Теперь смотрим на ее очки. Потрясные очки, они перламутрово-красные. Вот такие вот красивые. Под очками я не хочу их пока снимать, они на резиночке. Все красиво уложено. Вот, пока снимать не буду. Значит, тени красно-нежные и сверху блесточками губы. Вишневые, такие темные вишневые губки у нее. Теперь смотрим на украшение на шее. Это очень интересное такое украшение. Вот, красивое. Это, в общем-то, такое белое ожерелье и внутри желтое сердечко. А сердечко сделано в виде драгоценного какого-то желтого камня. Смотрим на ее потрясное платье. Очень красивое, мне оно очень нравится. Значит, такое вечернее платье, сверху белое с блесточками на груди такое. Потом идет вот такой вот пояс на черном фоне, две белые атласные ленточки. И вот здесь вот черепок пришит, и такая брошечка. Юбка просто обалденная, такое прозрачное, легкое, переливающее, красивое. И внизу порезанная, красная такая юбочка. Дальше идет подъюбничек, тоже очень красивый. А теперь ее колготки. Вот, посмотрели, Гуля, извини, что мы посмотрели тебе под юбочку. Мы просто очередной раз убеждаемся, насколько ты у нас красивая. Значит, здесь у нас что? Колготки в мелкую сеточку белую, и поверху идет крупная белая такая сетка, и все покрыто блесточками. Ну, теперь обувь посмотрим. Замечательно, шикарная просто обувь. Это красные туфли с открытым носком. Каблук сделан в виде, в общем, косточки такой, металлической такой. Здесь тоже как бы хребет из косточек. Тут черные вставки. Вот. И спереди черепок серебристый. Смотрим на ее левую ручку и видим желтый браслетик. Такой квадратный желтый браслетик, интересный. Смотрим на ее правую ручку и видим сумочку. Вся коллекция эта имеет сумочки, такие вот из ткани, атласные. Вот, они вот такие вот. Сюда можно очень маленькое, что-то незначительное положить. Эта сумочка в данном случае прямоугольная, красная. Вот тут косточки изображены сверху. Вот, открывается. Тут черные, белые какие-то квадратики. И точно так же сзади, только здесь она цельная, атласная. Также идет ручка. Вот такая шикарная кукла. Всем спасибо, с вами был канал Кэмэт Алекс. Пока-пока!